опасаться Китая? Интересный вопрос. Моей первоначальной реакцией было сказать: да, конечно, всем стоит опасаться Китая. В течение последних 25 лет Китай посягал на все американское, особенно с тех пор, как дракониха Чао возглавила Тюм. Мне даже неудобно об этом говорить, потому что эта тема обсуждалась тысячу раз. Шариф и Чао одного поля ягоды. Ягоды, выросшие на крови. И дело не в том, что оба они руководители, получающие прибыль с тех, кто вставляет себе в разные органы механические игрушки. Дело в том, что они оба подчиняются нашим председателям, или, как я их называю, надзирателям. Слушайте, в результате одна из этих двух корпораций станет монополистом в этой индустрии. А как нам всем известно, кто управляет технологией, тот... Опишу. Вот представьте себе, прекрасный технологичный чудо-город с небоскребами, университетами и зданиями, которые являются настоящим чудом архитектуры. Богатый зеленый город, по чистейшим улицам которого ходят студенты и специалисты. Будем надеяться, он оправдает слухи о себе. Вы, мистер Дженсон, спасибо, что уделили мне время. Я Мэй Няо, помощница мистера Дэроу. Я возглавляю одно из его подразделений в Хэнша. У вас отличные рекомендации. Серьезно? Ваш босс отзывается о вас как о ценном ресурсе. Говорит, что вы всегда выполняете поставленные перед вами задачи. Такой человек, как вы, нам определенно понадобится. Будем надеяться, он не ошибся. Не сомневаюсь, что так и есть. Мистер Дэроу доверяет не всякому. Вы должны помочь нам остановить террористическую группировку, угрожающую проекту Панхея. Задача не из легких. Вы уверены, что справитесь? Хорошо, я помогу. Отлично. Ситуация следующая. Нам стало известно, что эти террористы обладают секретной проприетарной информацией о Панхее. Нам удалось убедить их продать информацию нашему агенту по имени Ло Фэй. Передача должна произойти у капсульного отеля Элис Гарден в районе Дайгун. И вы хотите, чтобы я расстроил эту встречу? На самом деле, передачи не будет. Ваша задача – обеспечить безопасность господина Фэя. Террористы вас не ждут. Данные будут у них на чипе. Вы должны нейтрализовать всех продавцов и доставить мне чип. Не понимаю. Если Фэй устроил эту встречу, зачем рисковать и посылать меня вместо него? Пусть он или другие ваши агенты схватят продавцов и заберут чип.
Потому что мистеру Дэрроу нужна гарантия в том, что никто не пострадает. Мы не намерены играть по их правилам. Мы хотим арестовать и допросить их, а затем вынести им справедливый приговор. А для этого потребуется скрытность и оперативность. Что еще мне нужно знать? Продавцы ждут господина Фэя. И только господина Фэя. Если вас заметят, тут же откроют огонь. Мне уточнить, что этот факт несколько усложнит вам задачу. Вот так всегда. Access granted. Thank you.
Access granted. Видишь, что у меня есть?
Ходят слухи, что Хью Дэрроу хочет провести внеочередной саммит ООН в Панхее. Серьезно? Интересно, что он там скажет? Я знаю только, что сверху за этим наблюдает с большим интересом. И это еще мягко сказано. Вряд ли он поддержит голосование за ограничения. Вопрос в том, какой итог голосования будет выгоден нам. Зная, кто действительно возглавляет нашу компанию, можно было бы найти ответ на твой вопрос. Что это было? С чего все началось? Он меня убьет! Эй, я тебя знаю. Это тебя разыскивает Bell Tower. Я узнаю тебя по фото. Вы обознались. Если так, что мне за это будет? Я и закричать могу, мне не сложно. Но могу держать рот на замке за пару купюр. Я могу найти и другой способ заткнуть тебе рот. Навсегда. В этом нет необходимости. Теперь-то я вижу, ты намного выше, чем тот преступник. Кто бы сомневался. А теперь вали отсюда. Хочу напомнить всем, что единственный способ связаться со мной посредством интерактивного... Ты хочешь получить лучшее, что есть в городе? Ты пришел в нужное место. Удачи и слава тебе! Нас и дальше будут пытаться прикрыть, но я не сдамся!
еще один способ вас зацепить. О, это ты такая секси, прошепчи мне на ушко еще какой-нибудь стор. Слушайте, мы подали запрос на личную встречу с... Могу себе представить, что на все это скажет Версалайф. Думаешь, они откажутся от денег, что делают на продаже нейропозина? Не может быть, чтобы у них было такое влияние. Только не в том случае, если он примет ограничения. Биотехнологические компании просто обязаны вмешаться. Тюм, Изолей,
Они все могут потерять миллионы. Джао Юньжу в своем интервью на телевидении выглядела спокойной. Такое впечатление, что она даже за ограничения. Да, наверняка заключила какую-нибудь закулисную сделку. Так уж в корпорациях заведено, знаешь ли. Обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информирование. У меня есть.
Я с тобой тоже это было? Мне показалось, я сейчас умру. Клиники протез для замены прокованных чипов. Ой, я очень услышал звук. И? Вы нашли железные? Вы даже не представляете, насколько это важно, мистер Дженсен. Я нашел его. Правда, мистер Дженсен? Вы смогли его убедить прислушаться к голосу разума? Он сдастся? К сожалению, нет. Мне пришлось ликвидировать его и его ребят. Печальный исход. Но ничего удивительного. Я думаю, вы поступили правильно, мистер Дженсен. Возьмите комплект Praxis. Больше у меня ничего нет. Благодарю. Вы оказали неоценимую услугу.